Вы слушаете авторскую программу «Открытое сердце» с Ольгой Онищенко. Программа, которая исцеляет, ободряет и помогает проходить трудные ситуации в жизни. Доброе утро, Портланд, Ванкувер. Доброе утро, дорогие друзья и все, кто нас слушает по всему миру. Я знаю, Slavic Family Radio звучит не только у нас в Портленде, Ванкувере, штате Орегон и Вашингтон, но и в окружных штатах, по всей Америке и через интернет по всему миру. Мы вас всех приветствуем. С вами авторская программа «Открытое сердце» с Ольгой Онищенко. И у нас сегодня в гостях очень интересная женщина, дорогая нам гостья Ольга Кузьменко. Доброе утро, Оль. Доброе утро, Оля. Как у тебя настроение сегодня? Хорошее. Спасибо. У нас были немножко технические неполадки, и поэтому мы выходим в эфир немножко попозже, но настроение у нас от этого не упало, и мы готовы сегодня послужить вам, дорогие друзья, открыть свое сердце, поделиться пережитым и, может быть, кому-то сегодня ответить на какие-то вопросы, кому-то сегодня помочь залечить свою душевную рану и кому-то сегодня поднять настроение, потому что каждая из нас прошла особенный период в своей жизни, много чего выучила, и сегодня мы будем делиться нашим опытом. Самое первое, хочу сказать спасибо нашему спонсору, это Pacific Chiropractic and Wellness Clinic у нас здесь в Портленде и в Ванкувере. Дорогие друзья, у кого из вас проблемы со спиной, травмы рабочие или автоаварии, обращайтесь в эту клинику, они всегда вам могут помочь и с радостью помогут вам улучшить ваше здоровье. Номер этой клиники 503-760-0778, 503-760-0778. И мы очень благодарны Slavic Family Radio за эту прекрасную возможность вещать вам, дорогие друзья. Сегодня у нас тема будет интересная. Мы ее назвали «Как открыть свое сердце, чтобы исцелить свои душевные раны». Мы также затронем вопросы, как достичь этого потенциала в жизни, как узнать, кто я, как раскрыть свои таланты и как жить на все 100%. Оля, я хочу спросить тебя, расскажи нам немножко, кто ты, какой у тебя бэкграунд, какой у тебя опыт, а ты как специалист в своей сфере, расскажи немножко, чем ты занимаешься, кто ты, чтобы люди знали, кто с нами будет сегодня также участвовать. Но прежде всего, я мать 6 детей, моей старшей дочке 24, младшему сыну 12. Я была замужем уже 25 лет, и в течение своей жизни я никогда не знала, что у меня есть потенциал делать что-то из своей зоны комфорта. И поэтому последние 4 года, когда я искала смысл своей жизни, кто я, кроме того, что я мама, я жена, я сестра, я дочь, когда я искала и спрашивала такие вопросы, для чего я живу, кто вообще я есть, я нашла открытые двери к открытию своего потенциала. И потенциал оказался в том, что я могу говорить, и я люблю вдохновлять людей. Потому что когда-то кто-то меня вдохновил, когда-то кто-то 4 года назад, когда я искала своего личного места на этой земле, сказал, я в тебя верю, у тебя есть дар, когда я в себе ничего не видела. И поэтому я сейчас движусь в этом направлении в последние 3 лет. Я говорю мотивационные речи, я вдохновляю других людей, и я это делаю от сердца, я это делаю в публике, я это делаю на улице, я до сих пор подхожу к людям в магазинах, где бы я ни встречалась, когда бы я ни видела людей, которые открытые, чтобы с ними общаться, и я нахожу момент вдохновлять их, потому что кто-то когда-то вдохновил меня, и я говорю Богу, если у меня когда... Если у меня... Не дай Бог, чтобы это дело не от сердца, потому что если ты служишь людям от сердца, оно трогает сердце людей. И, в общем, направление мое теперь моей организации Extraordinary on Purpose, которая называется «Необыкновенная с целью», это собирать людей с разных культур, разных даже, может, деноминаций, верующих, неверующих, но те, которые нашли свой потенциал в жизни, которые прошли через тяжелые
раны, и которые сейчас служат тоже народу с открытым сердцем. Оль, спасибо тебе огромное, и я думаю, мы немножко больше расскажем о твоей работе и о твоем опыте, о твоих знаниях, о твоих уроках жизни в конце этой радиопередачи. А сейчас, дорогие друзья, мы сделаем так. Мы немножко поговорим о душевных ранах, как открыть свое сердце и как исцелиться. Потом мы пригласим вас, чтобы вы нам звонили с вопросами, отзывами. И у нас сегодня будут подарки для вас. И также в конце мы немножко затронем тему «Наш потенциал и как его открыть». Но если у вас будут нетерпимые вопросы, конечно, я вам скажу номер прямого эфира. Будьте готовы, можете нам, конечно, звонить. 503-238-9000. 503-238-9000. А кто хочет нам прямо писать сюда, вы можете писать нам 971-319-1130. Можете просто писать ваши сообщения нам. Дорогие друзья, сегодня мы затронем тему. Первый вопрос у нас будет звучать такой. Что такое душевная рана? Насколько мы знаем, многие люди имеют эту душевную рану, но, к сожалению, они ее очень красиво прячут. Оль, тебе знакомо это? Слышала ты такие истории? Сейчас больше всего слышу, потому что до того, как я начала читать некоторый другой материал, психологию человека, я не знала, что психические расстройства, как депрессия и беспокойство, и некоторые addictions, это корни душевных ран, которые не излечились. Да. Получается, как и физические болезни, так и душевные болезни, скорее всего, надо как-то лечить. Правильно? Даже что сейчас открываю, Оля, что большинство физических болезней приходит из-за ментальных и душевных проблем, которые неразрешённые. Да. Так что мы сегодня затронем такую тему. Дорогие друзья, мы не профессионалы в этой теме, мы просто будем говорить из личного опыта. И мне кажется, даже интересно человека слушать, который прошел что-то и делится личным опытом, чем ты чего-то начитался и говоришь непонятно, сам не понимаешь, о чем ты говоришь. Мы будем делиться личным опытом. Оль, как ты думаешь, что такое душевная рана? Душевная рана — это боль вовнутри. Ты носишь какую-то боль внутри, и ты не знаешь, что это. Она происходит из-за детского издевательства, когда дети проходят тяжелое время в жизни, когда, может, какая-то теряет родственника, кто-то умирает, и человек не знает, как с этим справляться. Это когда с тобой в школе смеются, издеваются, обзывают именами, и ребенок начинает внутри боль принимать, и со временем он или закрывается, или начинает агрессивно себя вести, то много есть таких ран. А в аварии может тоже душевную рану, когда ты видишь, что на твоих глазах кто-то разбился. И болезни, когда ты видишь своего родного человека или друга, болеет, и ты ничего не можешь сделать, и у тебя боль в сердце начинает, в душе. Я думаю, сюда можно также добавить развод, измена, предательство, шок, как ты уже сказала, может человек кого-то сбить на машине, даже ту же собачку или котика, и этот шок ты переживаешь, у некоторых людей этот шок никогда даже не уходит. Или же бывает, не исполнилось твое ожидаемое, например, ты ожидал от взрослого сына благословения, внуков, чего-то хорошего, а он выбрал дорогу вообще родителям не по сердцу, и родитель остается с огромной раной в сердце. Я думаю, сюда можно также, ну, конечно, отнести и смерть, болезнь. Например, человек, ему сказали, у тебя рак, да, и он в этом шоке, он просто, конечно, нам не все всегда понятно, мы не совсем сталкивались. И я думаю, последний, Оль, как ты думаешь, отнесем сюда обиду? Это, конечно, да, оно ранит твою душу. Это, я даже читала, что это одна из сильнейших душевных проблем, обида. Да. И также, знаешь, еще, Оля, shame — это как... Позор.
позор, когда да. носишь на себе позор, ты что-то в людях сделала или где-то неловко себя повела, или и это люди носят этот позор внутри. Иногда они не осознают, что они это носят, но реакции твои в жизни, они покажут, что это корень или, или позор, или, как ты говоришь, обиды, непрощение. Вот это тоже, оно все загрязняет нашу душу, оно тяготит нашу душу. Да, позор иногда бывает, вот человек впал в грех, да, как бы сам себя не сконтролировать, 100 раз покаялся, а людям стыдно в глаза посмотреть. Короче, душевные раны — это мучение самому да, в себе. Точно. Это мучение, это страшное мучение, это неотвеченные вопросы, это какая-то обида, это какая-то несправедливость, это что-то ужасное. И это тоже можно назвать черный коридор в твоей жизни, правильно? Угу. Это темное время. Да. Когда у тебя на душе не светло, тебе жить не хочется, правильно? Многие в это время не могут разобраться в себе, не могут открыть свое сердце, не могут найти ответы на свои вопросы. Может быть, даже и не пытаются, и я знаю, что немало, особенно неверующих людей, заканчивают жизнь просто самоубийством. Но сейчас даже и верующие, к сожалению, некоторые заканчивают свою жизнь самоубийством, потому что многие носят эти тяжелые раны в душе, но не имеют кому открыться. Им стыдно, что их будут судить, осуждать, не поймут, сплетни, может, пойдут. И особенно мужчины в последнее время, они забирают свою жизнь. Умирает. Да. Оль, ну вот мы с тобой примерно того возраста, да? Около 40. Чуть-чуть больше 40. Мы примерно с тобой выросли, я думаю, в одинаковой религиозной среде. Примерно вот как тебя родители воспитывали, наверное, меня так воспитывали. Вот я не знаю, но мне что-то кажется, что у нас в славянской среде вот говорить о твоих душевных ранах как-то не принято. Или, может, я мало знаю. Вот, например, опять я мало, может быть, знаю, но мне кажется, вот человек заблудил, согрешил, его взяли на отлучку, его опозорили на всю церковь. И что происходит? Скорее всего, этого человека в церкви не остается. Он куда-то уходит. Или спивается, или же ищет церковь, где его примут таким, как есть. Опять, я никого не хочу осуждать, я просто вот хочу посмотреть это с точки, ну, вот как бы нашей, вот мы христиане, да, как бы в Бога верим, в церковь ходим, мне кажется, что здесь очень важно в такой момент, когда у человека происходит вот эта душевная рана, вот этот шок, вот эта трагедия душевная, надо не просто его наказать или устыдить, а надо заглянуть в эту рану и помочь ему разобраться, чтобы его исцелить, а не еще прибить, правильно? Ну, чаще всего мы как выращены или научены смотреть на результат, например, на наркоманию, на алкоголь, на проституцию, но мы не смотрим на корень, почему человек это делает. Если мы поняли, почему человек это делает, если бы мы провели время с ним, общались с любовью, пытались понять, тогда мы увидим, что там идут глубокие раны, обычно с детства, или предательство, или развод, или издевательство в детстве, везде есть глубокие раны. И почему я это говорю? Потому что я общалась с людьми с разных наций. На моих ивентах люди говорили и молодые, и постарше. Корень 99% идет боль, рана с детства, или когда они подростки. И, дорогие друзья, мы, опять же, не только это из личного опыта говорим, но, как Оля уже сказала, мы выходим в люди, мы участвуем на женских конференциях, к нам обращаются и женщины, и подростки. Оль, правильно? Люди открывают сердце. Но вы запомните, что люди откроют сердце именно тому, кто может заметить эту рану, и кто скажет: «Я хочу тебе помочь». И, может быть, даже человек сразу не откроется, но это надо быть каким-то специалистом, чтобы суметь помочь этому человеку разобраться в своей проблеме, найти ответы на эти вопросы и получить какое-то душевное исцеление. Правильно, Оль? Да, знаешь, что многие люди, они идут по жизни как вслепую. Они идут как бы на эти... заблокируют свою душевную чувственность, и так проходит многих людей жизнь. И это очень важно, чтобы появились такие люди, как ты, которые, пройдя ад
И ты не одна. Многие люди проходят ад, как Оля, но не все могут открыть свою душу, пройти исцеление сначала, найти уроки с прошедшего, и потом вместо того, чтобы доживать свою жизнь, пока ты на небо не попадешь, что я могу сейчас дать людям? Как я могу помочь своей истории? Потому что, да, мы молимся Богу, мы просим, и это хорошо, но очень важно, чтобы сам человек пришел и обнял тебя и сказал: я тебя понимаю, я прошла через то же самое. Да, Оль, это очень важно, не остаться в том состоянии, какое ты попал, не спрятать, не замаскировать вот эту душевную рану и одеть улыбку и показывать, что у меня все хорошо. Но при первой же возможности эта душевная рана будет кровить. При любом неаккуратном слове ты будешь сверхобидчив, ты будешь мнительным, тебе будет казаться все, что кто-то, ну вот как-то специально что-то тебе делает, да? Эту рану нельзя просто так замаскировать. Это то же самое, что у тебя гнойная рана, ты ее залепил пластырем и ходишь, терпишь эту боль. Как же эту душевную рану открыть, исцелить и зашить? Можно сказать, шрамы остаются, но исцеление какое-то должно прийти. Я ехала сегодня сюда на эту радиопередачу и слушала... Просто вышла на YouTube, думаю, что же другие люди говорят о душевных ранах. Понимаю ли я так, как другие понимают? И очень интересно, этот мужчина сказал, что мы уделяем время себе, мы уделяем время, ну, как бы мужу, детям, жизни, карьере, дом покупаем, машину. Но мы очень часто не уделяем время своей душе. Да, это очень важно. Как важно просто... в тишине, разбираться в самом себе. Если что-то не так, просто вот задавать самому себе вопросы и находить ответы. А если мы не можем находить эти ответы и задавать самому себе вопросы, я думаю, очень важно найти людей в жизни, которые тебя услышат и который поможет тебе открыть твое сердце. Правильно, Оль? Да, Оля, я знаю, что я встречаю сейчас в последнее время, когда вот мы вышли в публику, мы уже, ну, говорим людям, ну, во-первых, мы не учим и не проповедуем, что людям делать, да? Мы просто рассказываем из своих экспериментов, и просто некоторый раз я слышу, люди говорят: ну, что вот вы говорите о своих ранах или о своем прошлом, надо все отдать Богу или молиться. А я это делала всю жизнь, понимаешь, и это хорошо, мы должны молиться Богу, Он слышит нас, Он помогает нам, но нам нужна конкретная, надо человеческая помощь, психическая, даже просто вот такая моральная помощь человека, и молиться хорошо. Я часто говорю, надо молиться за наркоманов, за алкоголиков. Есть дети, выращенные в верующих семьях, алкоголики, 50 с чем-то лет, надо молиться, надо просить. Мы это делаем всю жизнь, но почему мы не открыты к тому, чтобы иметь другой подход, если просто молитва не... Во-первых, да, человек сам должен захотеть и увидеть. Но мне один человек передал, что один алкоголик уже 50 с чем-то лет, с верующей семьи, говорит: я молюсь Богу, и Он меня не освобождает, Бог меня не слышит, не хочет мне помочь. Здесь нужно само решение человека. Или даже в потере ребенка, как в твоей случае. Бог меня не слышит, Он от меня забрал ребенка, и я теперь не могу жить. Нет, надо прийти, как же, сама к себе. Алкоголику тоже прийти один на один с собой в спокойное место и начинать спрашивать, как я могу выйти из этого, что мне надо делать. И оттуда начинается процесс исцеления. Оля, в моем личном опыте я поняла то, что Бог с нами будет разговаривать, если мы открыты. Да. Он будет с нами разговаривать через природу, через птиц, через облака. Бог часто разговаривает с нами через людей. Да. И Бог часто разговаривает с нами через наши же мысли. Да. Молиться — это очень хорошо. Читать Библию — это очень хорошо. И очень часто Бог разговаривает с нами через чтение Библии, через проповедь в церкви, во время молитвы. Но
А я считаю, нам, как христианам, не надо просто зацикливаться на этих двух сферах. Мы должны научиться доверять людям. И, конечно, не каждому ты откроешь свое сердце, и не каждому ты можешь доверить. Но я увидела в то время, когда мне было страшно тяжело, я увидела огромную любовь в людях. Люди хотят тебе помочь. Они не всегда знают, как тебе помочь, но они готовы подложить руки. Они хотят тебе помочь. И мы не всегда умеем взять эту помощь. Иногда мы, знаешь, как сказать, мы никогда не привыкли просить. Мы такие хорошие, мы только умеем давать, а принимать-то мы не можем. И иногда Бог нас ставит в такие ситуации, чтобы научить нас смиряться, научить убрать нашу какую-то святую гордость, чтобы научить нас принимать, чтобы научить нас просить, чтобы научить нас спрашивать вопросы и научить нас слышать ответы, которые говорят нам люди. Так что, дорогие друзья, сегодня мы будем говорить, как же все-таки открыть свое сердце. Его надо открыть свою душу, просто вот взять время и разобраться, есть ли у вас какая-то душевная боль, разобраться, где корень этой боли, как я могу исцелиться. И даже, Оля, хочу немножко добавить в начале нашей передачи, что у нас есть много специалистов по этой типа теме, да, психологи, терапевты, есть health coach по здоровью люди, потому что многие эмоциональные проблемы и болезни идут переедание идет от эмоциональных проблем. Люди заедают боль, заедают обиду, заедают непрощение. Поэтому, если что, вы можете обратиться на твою страничку, да, Оля, открытое сердце, или куда там и обратиться к человеку, который прошел похожее, через чего вы проходите, и просто не просто излить свое сердце и что мне теперь делать, а если что вам теперь делать, как вы можете выйти с этого, потому что люди за вас ничего не будут делать, как ты поняла и я, что мы должны что-то начинать делать с Божьей помощью. Мы должны сказать: Господь, я готов. Я готов меняться, но нелегко это. Тяжело, больно смотреть на корни своей боли, но оно исцеляющее, это исцеляющий процесс. Да, сказать вот и самому себе, кто может сказать Господу, кто может сказать другу, но слова имеют силу, сказать: я готов разобраться в своей ране, я хочу простить, я хочу исцелиться, я хочу начать новую жизнь, я хочу жить по-новому. А именно важно произнести эти слова, чтобы начать что-то делать. За страничку, Оля, ты сказала спасибо огромное. Еще раз, друзья, напомню, у меня есть веб-сайт, куда я заношу все наши радиопередачи и не только. Там очень много полезной информации, информации о моей книге, которую вы видите перед вами, «Пазл Илюши». И там есть также номера телефонов людей, которые делятся свидетельствами и готовы, чтобы вы им позвонили и вас выслушать, и вас поддержать, и вам помочь. А веб-сайт www.olgaonishchenko.com. Оль, а сейчас давай вернемся к вопросам. Вот давай по пунктам уже, что мы написали. Как эту душевную рану можно исцелить? Видно, что нам нужно для этого время. Правильно? Это не происходит в один момент, я так думаю. Конечно, это с каждым человеком я беседовала, это берет время. Во-первых, ты говоришь, осознать, что тебе надо меняться, тебе что-то надо по-другому делать, надо прощение иметь. Потому что без прощения к прошлому, к прошлым людям невозможно идти вперед. И время, консультация, типа беседы с доверенным лицом, с пастором, может, в церкви с кем, кто с вами могут прорабатывать эту боль, а это не один час решения проблемы, это берет время. Я вот как перечислила, это нужно время, это нужна какая-то консультация, и это может быть психолог, это может быть просто каунселор, это может быть пастор, это может быть просто близкий человек, а это может быть просто молитва, или это может быть просто тебе надо выплакаться и самому с собой поговорить. Да. И вот я как написала, это надо выпустить свои эмоции наружу, и если это человек неверующий, он, скорее всего, отомстит, ему станет легче, правильно, Оль? Отомстит, чаще всего неверующие, и даже верующие, они заглушают эту боль
боль какими-то пристрастиями, как или алкоголем, или пить, или шопинг, или переедать. Это тоже корень душевной боли неразрешенной. И я еще слышала, конечно, я такого не испытывала, но я слышала иногда, когда вот у тебя вот эта боль, какая-то обида, какая-то вот... Вот что-то тебе терзает твою душу, даже в подушку кулаками ты можешь выбить вот эту энергию, или есть вот этот боксерский мяч такой. Ну а если верующий человек, то, конечно, занимает время, чтобы простить. Но чтобы исцелиться, нам нужно простить. Я, Оля, хочу сделать ударение сегодня на то, что когда я писала мою книгу, у меня заняло это 7 лет. И как ты уже слышала, не раз мы на женских конференциях об этом говорили, что это было не просто написание книги, а это был процесс, когда я в себе сама разбиралась, когда я находила ответы на мои вопросы, когда я выплакалась вдоволь. Мне люди удивляются, как ты написала книгу, и... Тебе не больно об этом говорить, тебе не больно ее читать. А мне кажется, я уже все выплакала. Все, что было, у меня уже все выплакалось. И вот эта боль, она ушла. И я понимаю, что именно вот этот процесс писания книги, разбирания в себе, нахождения ответов на мои вопросы, я становилась сильнее, потому что были вещи, о которых я не хотела писать. Я сама в себе разбиралась, и я понимаю, что это был мой процесс исцеления, и я знаю, что для кого-то... Вот этот процесс исцеления происходит по-разному, не только консультация. Я слышала, что это может быть, вот как у меня, пример, написание книги. Для кого-то есть процесс рисования. Ты слышала такого, как терапия рисования? Да. Какие процессы ты еще слышала? Вот именно для исцеления, как ты думаешь? Пение, потому что мы и даже движение телом, потому что наши, танцы какие-то, может, гимнастика, может, чем-то бегать, потому что что случается при травме, что когда мы душевные раны получаем или травмы, потому что я поняла с психологии, что каждая вот эта эмоциональная боль, она сохранится в каждой клеточке нашего тела, И потом, если эта боль не разрешается, если мы ее не выплакиваем, не высказываем, не начинаем выходить на исцеляющий путь, эта боль превращается или в рак, или какие-то психические заболевания, или другие болезни. И поэтому даже Иисус говорил, или где в Библии написано, что больше всего храни свою душу, а душа — это эмоциональная часть нашего тела. Храни это эмоции. Душа и храни сердце, оно как одно и то же. Душа и сердце. Эмоции, неразрешенные эмоции, не выплакавшиеся, не гнев не высказанный, радость не показанная. Когда нас били в детстве, может быть, или говорили «замолчи, не перебивай, твое мнение не выслушивай», ты все в себе это... хранил, и ты никогда это не высказывал и не выплескивал свои эмоции. Я сама по себе, я не умела эмоции выпускать, нас не учили. И в многих культурах как-то мы не эмоциональные люди. У нас есть эмоции, Бог их нам дал, чтобы мы их выпускали, но когда мы их не выплескиваем, тогда они превращаются в какую-то болезнь. Да. И знаешь, Оля, может быть, то, как жили наши родители и люди раньше, в то время это было нормально. Да. Знаешь, что я недавно заметила? У меня дома, когда я проходила вот эту боль, я очень сильно искала Бога, искала ответы на мои вопросы. И я задала вопрос, кто я? Я сильно заинтересовалась в моих корнях. И вот 6 лет прошло, пока я это закончила. Я начала искать фотографии моих родителей, прародителей, дедушек, бабушек. Мне хотелось знать, как их звали, а какая фамилия, а что означает эта фамилия. Я узнала, что у нас еврейские корни. Мне так было это все интересно. В каком году кто родился? И я, как бы сказать, я больше о себе знала, о муже моем я меньше знала. И я что-то думала, что я больше найду со своей стороны, но я нашла его поколение до 6-го рода.
Вау. Пра-пра-пра, какой-то там дедушка родился в 1825 году. И знаешь, что интересно? Я взяла вот эти все фотографии у себя дома, нарисовала такой большой family tree и повесила все вот эти фотографии, и в конце уже мои родители, тут, ну, мужа родители, фотография моя и мужа, и мои дети. Я так смотрю, и мужу говорю: слушай, ты заметь, на вот этих всех фотографиях за 200-300 лет мы первые, которые улыбаемся на фотографии. Оль, ты вообще представляешь? Раньше даже было неприлично улыбнуться не просто, а даже на фотографии нельзя было улыбнуться. Я не знаю всей вот этой истории. Но я благодарна Богу, что мы можем улыбаться, что у нас сейчас время, что мы можем все-таки показывать наши эмоции. И у нас в наше время больше даже возможностей раскрыть себя, послужить. Вот даже в настоящее время я еще и еще раз скажу спасибо Фейсбуку, что мы можем вещать на весь мир. Спасибо, вот Slavic Family Media Center, это здесь у нас в Портленде мощная радиостанция, у них и видео, и прямая трансляция, ты идешь на YouTube сразу, и на Facebook, и везде тебя слышно, ты можешь открыть себя, поделиться личным опытом. А почему мы делимся личным опытом? Потому что нас переполняют эмоции, мы чего-то достигли, мы достигли какого-то исцеления, мы узнали какие-то уроки, а самое главное, я уверена, что у тебя тоже это, Оля, мы хвалимся нашим Господом, правильно? Потому что мы верим, Он живой, и Он нам помогает. Потому что мы еще дышим, Его Дух находится в нас, и когда мы спрашиваем вопросы, когда мы ищем ответы, Его Дух начинает искать путь выхода, понимаешь? Если мы не спрашиваем, то наш Отец, Он не может нам ничего дать. Мы должны спрашивать, потом быть открытыми, чтобы получать. Я хочу спросить тебя за твою книгу. Я слышала много раз твои свидетельства. Люди плакали, люди покупали твои книги. Я хорошо знаю твою историю, но говорят, что если ты прочитаешь твою книгу, там намного больше, и я ее еще, к сожалению, не прочитала. Оль, я понимаю, почему ты ее не прочитала. Я такая же. Я у других покупаю книги из-за уважения. Но, к сожалению, когда ты сам служишь миру, когда ты отдаешь, у тебя нет времени брать, у тебя нет времени читать. Я думаю, сегодня тебе это будет плюс, потому что я тебя отнесу к нашей публике, которой мало кто читал мою книгу, и я думаю, им даже будет интереснее слушать тебя, как человека, кто еще не прочитал мою книгу. Потому что в книге ты можешь открыть свое сердце глубже. Ты можешь даже не все сказать в своей речи, в своем свидетельстве. Ты думаешь, это так просто, Оля? Открыть свое сердце. Ты читала когда-нибудь книги, которые там души вообще нет? Читала. Но меня трогали те, где есть душа. Меня именно трогали те, где есть реальный опыт жизни, где человек может поделиться, чем он прошел. И поэтому моя жизнь поменялась, когда люди стали быть открыты, искренни за то, что они прошли. Они просто там, знаете, так делай. Вот я прошел через этот огонь, я знаю. И поэтому, знаешь, Оль, на следующий раз я сделаю вам, дорогие друзья, рекламу. У нас будет радиопередача с Еленой Шиф. Она тоже хочет написать книгу, и мы будем с ней говорить, как написать книгу, как начать, и с какой целью. И я знаю, она проходит тоже тяжелое время в жизни, у нее сын родился аутистик. Как бы у нее душа наполнена чем, что можно вложить в книгу. И один из моих вопросов для нее будет, есть же разные книги, Оль. Есть люди, пишут книги просто для бизнеса. Есть люди, просто придумывают любовные истории, на этом миллионы долларов зарабатывают. Есть люди, просто пишут стихи, но есть люди, просто пишут стихи, есть люди, просто душу туда вкладывают, пережитые. Моя книга относится к тем, в которой открыта очень глубокая моя душа, в которой открыто мое сердце. И ты знаешь, это было очень легко, открыть свое сердце и вложить в эту книгу. И сегодня я, дорогие друзья, еще раз напоминаю, что эта книга, моя цель, чтобы через мою историю, через то, как я смогла открыть мое сердце, как я смогла заглянуть туда вглубь и разобраться в своих ранах, получить ответы на свои вопросы, получить душевное исцеление, я очень сильно надеюсь, что через мою книгу Бог будет исцелять израненные сердца людей.
и не только из раненых сердца людей, но через мою книгу Бог будет показывать и другим людям, что проходит человек в темное время в жизни, как его поддержать, как его понять, как его не осудить, а неправильным словом не обидеть, какой вопрос задать, чтобы он открылся, угу. и как ему помочь. Значит, это книга, после написания этой книги ты начала эту программу «Открытое сердце», да? Да. И столько много может произойти, когда ты начнешь рассказывать историю твоего исцеления. И так как в нашем народе это не очень легко открыться, мне американцы говорят, это дар, что ты можешь сделать, чтобы американец открылся. Американцы тоже не все mm-hmm. могут открыть, через чего они проходят. И мне даже верующая одна американка позавчера сказала, что у нас в церкви просто хай-бай, никто не хочет даже знать, через чего ты проходишь. Поэтому это очень важно, конечно, иметь людей. И в твоей ситуации прошло уже сколько времени, прежде чем кто-то пришел в твою жизнь, которые тебе как возгрели вот это желание или способность начинать открывать свое сердце и потом еще начинать писать. И почему они это просили тебя писать? Почему это важно было писать? Знаешь, Оль, были люди в моей жизни, и одна из них это первая, это Люба Шифер. Ты знаешь ее? Не знаю. Мудрость матери, уроки ведет у нас здесь в Ванкувере, в Портленде. Я знаю очень многие женщины с ней знакомы, я ей лично помогала, и я с ней вела радиопередачу 7 месяцев сразу после смерти моего сына. Mm-hmm. Знаешь, это был человек, который смог во мне какой-то огонек заметить. Wow. И ее слова, ее вот эти вдохновляющие слова, они сбылись 7 лет спустя. А первое, что она меня попросила, ну знаешь, это все началось с меня. Uh-huh. Это была молитва, когда я сказала: Господи, я тебя так люблю, вот ты меня испытал, но вот я тебя еще больше люблю, я готова, я хочу что-то для тебя делать. Вот, вот это были мои слова. Uh-huh. Перед тем, как началось исцеляться мое сердце, открываться uh-huh. мое сердце, как я начала делать новые вещи. И она меня первая, она меня попросила: Оля, ты такая позитивная во всей вот в этой страшной ситуации. Можешь прийти на женскую конференцию и поделиться твоим свидетельством? Я такая думаю: Боже мой, о чем говорить, да? Но я пошла, через свой страх огромный переступила. Она меня вытянула, она заметила меня. После того она говорит: ты хочешь об этом на радио поделиться? Я думаю: Боже мой, я никогда в жизни на радио не была. Это такой страх. А с другой стороны, думаю: Господи, это честь. Я так рада, что ты мне позволяешь пойти поделиться на радио. Потом я услышала первое свидетельство матери, которая потеряла своих детей. И она смогла открыться, она могла набрать вот этот телефон месяц не могла. А потом все-таки мне позвонила, говорит: Оля, спасибо тебе огромное, что ты открыла свое сердце, что ты рассказала свою историю. И это помогло мне залечить мою рану. Год уже она ни на кладбище не ходила, не могла смотреть на фотографии сына, который умер. Но, говорит, слышит твою историю, я смогла открыть свое сердце, я смогла понять, что пора перестать плакать, пора начать жить, улыбаться для детей и мужа. И потом Люба опять же меня просит, говорит: ты можешь заменить Аресию? Она уезжала на пару месяцев в другую страну, говорит, просто помочь мне на радио, регулярно вести радиопередачи. Я думаю: мама родная, да кто же я такая? Я так боюсь людей, у меня руки трусились, когда я выходила на паблик. Я вообще боялась, ну, трусиха была, знаешь. И здесь я с ней на радио, и Люба мне часто говорила: Оля, ты такая молодец, у тебя получится, у тебя когда-то будет своя программа. И знаешь, я вот это тихонько складывала в своё сердце. И, Оль, сегодня ты свидетель. 7 лет спустя у меня своя программа. Я никогда не думала, что я смогу это делать. Но Бог помог, и я её назвала. Как ни странно, долго не могла решиться, назвала «Открытое сердце». Я думаю, что это поможет очень многим людям с нашей нации, особенно женщинам в наших годах, видя наши истории, начинать открываться, исцелять свое сердце. И не для себя, не только для себя, для себя, для своего здоровья эмоционального, физического. Но вы не забудьте, что мы живем, и вокруг нас много людей, которые, видя ваш свет, могут получить свет в тьму ихней жизни. Да, получить какое-то исцеление. Но знаешь, у меня еще один был человек. Это был человек, мой сосед. Я уже не раз рассказывала, ты слышала немножко о нем, да? Это был человек, который, во-первых, человек верующий, во-вторых, учитель на пенсии. Мой сосед и его жена
вот они учителя, оба на пенсии, это люди, которые умеют любить, которые смогли заметить, во-первых, которые смогли быть в хороших отношениях со своими соседями, правильно, Оль? А у меня есть родные, у меня есть друзья, у меня в то время был пастор, но они были рядом со мной, они были те, которые, которым я звонила каждый день и просила, можете, пожалуйста, встретить сына со школы, потому что я не успеваю. Они нас угощали вот фруктами, овощами с огорода, они были рядом. И можно даже их назвать вторыми родителями для меня. И именно этот человек, Оль, я ему безмерно благодарна. У меня не хватит ни слов, ни денег, ни добрых дел, чтобы отплатить этих людей. Но это люди, которые смогли меня подтолкнуть на то, чтобы я написала книгу. Во-первых, они смогли уделить мне очень много времени, не только помогали мне писать книгу, но они помогали мне открывать мое сердце, заглядывать туда, спрашивать меня вопросы, которые выводили меня, чтобы я искала ответы. И вот эти люди, я им безмерно благодарна. Они мне помогли, пообещали помочь писать книгу. Я думаю, они уже 100 раз, может быть, пожалели, никогда мне об этом не сказали. Но я писала эту книгу 7 лет. И они со мной работали 7 лет. И очень часто эти встречи, когда я к ним ходила, я первое время не работала, я писала книгу, ходила, они проверяли. И это была не просто проверка. Наши беседы затягивались на 2-3 часа. Почему я эту книгу писала 7 лет? Потому что это были глубокие беседы. Они у меня спрашивали, особенно сосед раз говорит, Оля, а ты вот это написала? А как ты себя чувствовала? Я ему начинаю рассказывать, начинаю плакать. Он говорит, а что ты это в книге не написала? Или говорит... Ты вот это вот здесь сказала. А почему ты это сказала? Как ты себя чувствовала? И знаешь, я говорю, это была огромная работа. Вот именно этих людей, которые смогли заглянуть в мое сердце, которые понимали, что если я не выплачусь, потому что я прошла столько, что я за 5 минут, за день, за 2, за 3 не могла рассказать. Они понимали, что если я не открою свое сердце, если я не разберусь в неотвеченных вопросах, ну что как? Бог не говорит просто человеческим языком, правильно? Да. Надо эти вопросы задавать и искать ответы. И вот именно так, Оля, происходил мой процесс исцеления в написании книги, но не только в написании, а в глубоком искании, что в моей душе кроется, где какие обиды, где какие вопросы, где какие ответы. И вот именно так исцелялась моя душа 7 лет, Оля. Что ты в этой книге описала свои чувства, знаешь, для меня это даже, признаюсь, сейчас есть даже процесс открывать и признавать некоторые чувства. Я, ну как, мы просто летим по жизни, занятые мамы, папы, делаем дела, работы, приходим домой спать, может, с детьми там что-то скажем или даже накажем, но чувства, и знаешь, Бог нам дал чувства. По причине, когда мы их высказываем, или хорошие чувства, или плохие, мы как перерабатываем их, мы освобождаемся от них. И ты смогла свои чувства глубокие написать в книге, и эти чувства, люди, читающие твою книгу, женщины, мужчины даже, и даже американцы, они могут с тобой, как сказать, relate to you, потому что у всех есть чувства, и именно чувства, они затрагивают твою душу. Знаешь, что интересно, Оль? Мы вот в браке уже 21 год, да, с мужем моим, и даже вот исцеление, процесс исцеления у нас происходил по-разному, потому что трагедия была, ну, не маленькая, и я просто в двух словах расскажу, что 4-й ребенок, во-первых, врачи сказали, что левая часть сердечка не развивается, он не будет жить, и во время беременности говорят, делай аборт, делай аборт, делай аборт, а ты понимаешь, что я не могу это сделать, просто мое сердце не позволяет, и вера моя не позволяет, и любовь к этому ребенку не позволяет. Ну, короче, страшные моменты в жизни мы прошли, страшное решение приходилось делать. Ребенок был в госпитале 7 месяцев, операция в открытом сердце,
стояли на очереди пересадки сердца, семья в разлуке была, и мне пришлось в госпитале там возле сына жить. И как бы вот эта вся трагедия, как бы за что, Господи, почему? Почему вообще вот это все случилось? Это была рана, это огромная была, вот даже не знаю, может, какая-то обида на Бога, может, было какое-то непонимание, это было что-то страшное. И здесь... Не только ты, и здесь как бы люди тебя, кажется, не понимают, и пастор что-то не так сказал, и много семей рушится в такие моменты, mm-hmm. знаешь. Но вот эта вот трагедия, да, и у каждого происходит своё, mm-hmm. и я не хочу сказать, что у меня mm-hmm. было самое хуже, я знаю, у людей было mm-hmm. намного хуже, но они mm-hmm. просто молчат об этом да. и говорят. Но интересно то, что мы, наша рана заживала по-разному, и... Я, как сказала, я эту книгу и по-русски, и по-английски раз 60 каждую перечитала, исправляла и выплакалась, и все, да? А вот мой муж, он ни разу ее не прочитал. Да ты что? Я его просила, я говорю, я хочу, чтобы ты знал, что там написано, а вдруг я что-то не так сказала. А он уже как бы и соглашается, но говорит, я не могу вот эту боль еще раз пройти. Ты представляешь, он не смог, он до сих пор ее не прочитал. И я уверена, что он до конца не знает, что я прошла. Он до конца не знает моих чувств, mm-hmm. он до конца не знает мое сердце. Хоть я всегда, у нас очень открытые разговоры, он каждый день с работы приходит и говорит, ну давай рассказывай, знаешь, как бы ему нравится меня слушать, что mm-hmm. произошло. И как бы мы, у нас, я знаю, что первая проблема в браках до развода, который доходит, это отсутствие... разговоры, да, communication, угу. то как бы у нас в этой сфере у нас очень хорошо, и это, я считаю, очень хорошо скрепляет семью, потому что ты делишься друг с другом пережитым. Но я хочу сказать, что в то время, как я писала книгу, как именно исцелялась душа моего мужа, я только сейчас понимаю все больше и больше. Угу. У него как бы и у меня, и у него шло две ниточки. Во-первых, болезнь сына, во-вторых, искание Бога. То же самое у него. И, Оля, ты уже слышал мою историю, но человек, который будет читать мою mm-hmm. книгу, там с первой странички написано, что мы помолились. Mm-hmm. Господи, мой муж молился, я так устал быть теплым mm-hmm. христианином. Пошли мне в жизнь такую ситуацию, которая покажет мне, кто ты есть на самом деле. Мы искали Бога, мы хотели вот жить реальной жизнью, как ты говоришь, открыть свой потенциал и жить на 100%. И вот у моего мужа исцеление как шло, он искал Бога, он очень глубоко исследовал, он с этой Библией, он был как привязан к ней, и мы много чего нового узнали и о себе, и о Боге. Но вторая ниточка у него шла, это он очень сильно любил готовить, и это у него именно родилось в то время, когда болел сын. Он стал другим, у меня всегда был хороший муж, но он стал убирать, помогать мне, стирать, полы мыть. И Оля, он начал делать с детьми уроки, что он никогда не делал, домашние задания. И в то время, когда я была в госпитале, когда я все туда-сюда, он начал готовить. И до сих пор он у меня просто профессиональный шеф. Mm-hmm. И знаешь, он туда вкладывает свою душу. Okay. У него так вкусно все получается. И я просто вижу, что, как мы уже перезвали, у кого-то танцы, у кого-то аэробика, у кого-то написание mm-hmm. книги, у кого-то рисование, а у кого-то, может быть, кухня, да. у да. кого-то, может быть, да. изготовление. Но он, конечно, у кого-то есть изготовление тортов, торты вкусно пекут, туда свою душу ага. вкладывают. А он вот именно готовит и в духовке, и в смокер, и грилл, и казан себе уже купил. Ну, короче, повар на все руки. Он может написать книгу «Исцеление души через, как стать поваром». Что такое? У каждого своя история. Но да. самое главное, что надо как-то открывать да. себя, надо находить то время. Я знаю, mm-hmm. муж мой раньше, он часто выходил, я думаю, где он пропал? Выхожу на улицу, он вот так стоит, руки к небу поднял mm-hmm. и рыдает, mm-hmm. просто вот рыдает. Mm-hmm. Он вот просто напрямую разговаривал с Богом. Mm-hmm. Я знаю, что он много прошел того, чего я не знаю. И как он мне часто говорил, ты была в Калифорнии с сыном, когда он болел, говорит, я разговаривала только с Богом. И с моим собачкой Джеком. Собачка. Так что, я думаю, в процессе исцеления тоже неплохо завести себе котика да. или собачку. Правильно, Оля? Если боишься людям открыться, говори с животным. Говорят, собачки и кошечки, они тебя любят в любом настроении, всегда рады тебя видеть. Все, что тебе приносит какое-то исцеление, удовлетворение. Я даже часто выходила на улицу ходить, одевала черные очки. И рыдала, рыдала, вот с Богом просто разговаривала, потому что
Молитвы есть разные. Есть тихие, есть молитвы без слов. А есть молитвы в уме, ну, рыдания из тебя выходят. Я думаю, знаешь, это важно выпускать эмоции. Ну, конечно, в здоровом виде, если гнев, то тоже надо как-то уметь его выпускать, чтобы никому не повредить. Но в Библии везде эмоции. Давид, Моисей, Иисус плакал и радовался. Иисус радовался на свадьбе, Иисус рыдал. Предательства были по Библии везде. Но люди, они высказывали свои эмоции, но они не оставались там. Они искали выход как. Но я вспомню... То время, когда ты сделал то и то и то, они выходили из боли. Да. Я сегодня еще интересно прослушала, опять я поделилась на моей Facebook-страничке, как-то или полюби себя, или разбери себя, как бы уделять себе время. И интересные вещи он говорит. Знаешь, Оля, а душевные раны тоже происходят, когда ты ревнуешь мужа, да? И иногда есть без причины, а иногда есть глубокие причины, правильно? Иногда вот отношения просто уходят в другую сторону. И он сделал ударение на то, что когда вот женщина в себе уверена, и вот именно в такую муж влюбляется, да, она вот красива, она себе внимание уделяет, и он ее любит такую. Но со временем она начинает жить ради мужа. Не вот именно не любить себя, а любить мужа больше. И она становится другой, она уже меньше себе времени уделяет, она уже меньше в себе уверена, она меньше радостна. И муж думает, тю, она какая-то другая стала, он ее меньше начинает как-то любить. И жена в это время начинает к нему придираться, почему ты вот такой? И он говорит, женщины, вот, говорит, все, что тебе надо, это стать перед зеркалом, сказать, что я прекрасная. Вот, вот не жить мнением чужого какого-то человека. Вот когда ты сам в себе уверен, когда ты сам в себе разобрался, когда ты разобрался в своей душе, кто я, чего я хочу, где у меня проблемы, где у меня какие-то раны. Вот если ты сам в духовном, вот в этом здоровом отношении сам с собой, тогда у тебя будут и хорошие, здоровые отношения и с мужем, и с людьми, и с детьми. С детьми. Получается, есть... такая книга «Пробуждение начинается с меня». Да, сильная книга. Да, вот все начинается с меня. У меня женщины часто спрашивают, а вот это, вот это, вот это. И я всегда говорю, вот с себя начинай. Вот, вот походишь вокруг, 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 с себя начинай. Вот работа над собой. Ну, знаешь, есть ситуации такие, где в доме, может, женщину не уважают. Я много с людьми общаюсь. Может, они видят издевательство со стороны супруга или родителей. И ты автоматически, ну, как у тебя начинает развиваться низкая самооценка, ты волей-неволей те слова унижения принимаешь внутрь себя. И ты сама себя начинаешь не любить и иметь низкую самооценку и не заботиться за собой. И можно спросить, как можно любить себя, когда я вот не такая, не такая, не такая, а надо мной издеваются. Как можно любить себя, это осознать, кто ты есть. Не то, что люди тебе говорят, но кто ты есть внутри. Кто ты? Ты дух, ты посланная от Бога, ты дочь царя. И если ты любишь и уважаешь себя по внутреннему состоянию, кто ты внутри, а не твоя внешняя вид или что люди говорят, ты будешь себя ценить и любить, и в некоторых ситуациях не будешь позволять людям давать тебе оценку и, или унижать тебя, или даже физически с тобой неправильно обращаться. Любить себя — это любить то сокровище, которое ты есть, Божие сокровище. Я не думаю, что Бог хочет, чтобы это сокровище попирали ногами, чтобы ты заболела и раньше времени умерла и ушла из своей жизни. Оля, я думаю, люди начинают любить себя, когда они откроют себя, когда они вот просто разберутся в себе, кто же я. Да. От чего у меня вот эта депрессия? Как ты можешь любить себя, если у тебя депрессия, правильно? Как ты можешь любить себя, если над тобой кто-то издевается? Я думаю, любить себя — это уметь быть довольной собой и быть настолько смелой и сказать, вот тебя кто-то обидел, или муж, или человек какой-то там, наркоман, ну, или какой-то вот грубый человек, или кто-то тебе там на дороге палец показал, или кто-то тебе подрезал, да? Но это одно. Как бы ты должен уметь реагировать на такие ситуации. Но если человек с тобой грубо разговаривает и прямо тебя словами обижает, уже не говоря о кулаках, да?
ты имеешь право, ты обязательно, ты должен сказать, эй, ты не имеешь права со мной так разговаривать. Да. Ты должен себя, как я слышала, вот вставить вот эти границы вокруг себя. Вот я вот, да, я дочь царя царей. Бог подарил нам жизнь, Он сотворил нас по образу и подобию своему. Неужели мы стоим в $5, Оль? Да нам цены нет, мы вообще вот какое вот чудо ходячее на ногах, вот, правильно ж? Да, ну понимаешь, что многие научены, что мы должны терпеть, носить обиды, боль, унижать, мы прах земли, и когда ты так чувствуешь и думаешь, и принимаешь это за истину, то тогда не надо жаловаться, что с тобой неправильно поступают. Знаешь, Оль, всегда есть две стороны. Всегда есть две стороны. Я даже, знаешь, очень глубоко исследовала Библию. Я просто сама себе удивлялась, какая Библия двухсторонняя. Вот просто двухсторонняя. Тот же апостол Павел. Закон свят. То под законом, тот под проклятием. Ну пойми, разбери, да? Так же мы, люди. Да, Бог говорит, я не подарил благословение, проклятие. Да. Выбирай. Так же и я. Есть голос, который говорит, ох, какая же ты, ох, у тебя ничего не получится. А другой голос говорит, ты молодец, давай вперед, да? Вот в нас живет почему-то две вот эти природы. Вот как-то Бог это все сотворил. Потому что, знаешь, даже в Библии есть, что я творю темноту или зло, да, где написано в Библии, и я творю свет. Да. Он и в аду может тебя найти, он тебя и здесь может найти. Есть горячее, есть холодное, есть высокое, есть низкое, есть белое, есть черное. И у Бога тоже даже по Библии проявляется два вида, и как он гневный, он ожесточенный, он наказывает, и Бог есть любви, и покрывает, и благодати. И поэтому мы можем выбирать путь, как наша жизнь. Знаешь почему? Потому что я вот уже не раз говорю, если бы мы все были одинаковы, такие хорошие, такие святые, если бы у нас все было хорошо, Оль, ну представь, как скучно жить было бы. Было бы очень скучно жить. И мы не роботы. Бог дал нам выбор. Он дал нам право исследовать жизнь, и Он дал нам право учиться, открывать себя, открывать свои таланты, начинать делать новые вещи, делиться своими уроками жизни, и вот просто вот именно достигать вот того совершенства, как Бог. Дорога опять к себе, ты вертаешься сам к себе, и знаешь, что Денис Корягин сказал, никогда не забуду, он сказал мне, Оля, нас учат быть духовными, но забывают о том, что мы люди. Да, да, реальная жизнь. Да. Наша цель, да, вернуться к нашему оригиналу, вернуться к тому, кто мы есть, и оттуда, конечно, будет жизнь идти со значением, с намерением. Но я хочу вернуться к твоей книге, и уже прошло сколько времени с тех пор, как ты ее выпустила? А, с апреля, это полгода прошло. С апреля. Уже. Даже 7 месяцев уже прошло. Я помню, мы с тобой интервью делали, и... Какие отзывы ты получила от людей? А были ли в основном позитивные отзывы или были какие-то негативные, тоже люди тебе писали? И кто в основном отзывается? Женщины, мужчины? Бывают американцы? Знаешь, Оль, когда я писала книгу, вот это же мой сосед, он мне говорил, Оль, ты будь готова. А половина людей будут думать, какая ты хорошая, самая прекрасная женщина. А половина людей будут думать, ну, дурочка, ну, делать нечего, ну. И она говорит, это всегда так, это всегда так, это нормально. Но, честно тебе скажу, в открытую я негативных отзывов не получала. Некоторых людей смущает концовка моей книги, где я описала наше личное хождение с Богом, как Бог нам открыл еврейские корни, как мы поменяли кое-какие вещи в нашей личной жизни по отношению к служению к Богу, но это мой личный путь, я просто поделилась, и я это сделала, я долго не решалась это сделать, но я это сделала ради того, чтобы каждый человек мог задать вопрос, почему. А человек, который задает вопрос, он живой. А человек, который сидит в своей закоснелой религиозности, как Майкл Иванов, вот мне нравится, как он говорит, будь живым всю свою жизнь, потому что некоторые умирают 20 лет, живут до 90, а их там уже нет, как бы сказать. Вот, узнавай, кто ты, ищи, не прочитай Библию раз и останавливайся на этом, задавай вопросы, ты просто не представишь, сколько Бог тебе будет открывать. Но последний отзыв, который... Я много позитивных отзывов слышу, а многих интересных отзывов слышу. Но последний хочу поделиться.
Буквально 3 дня назад моя подруга прочитала мою книгу, и, знаете, меня радует то, что человек говорит: я вот 2 дня читала, я не могла оторваться, я не могла даже по дому ничего делать, я даже говорила: дети, меня не трогайте, вот настолько захватывающая была эта история, и многие говорят: я до утра читала, не могла отложить. Конечно, люди рыдают, конечно, давление поднимается, и они говорят: да нам тяжело было читать, как ты это все прошла. Но она говорит, вот именно прочтение твоей истории ее много затронуло. Затронуло то, как в трудных ситуациях я все-таки могла находить позитив, благодарить Бога. Но говорит, твоя история подтолкнула меня позвонить моей подруге, которая в очень сильной обиде на своего пастора ушла из церкви, и это ее терзает до сих пор. И говорит, твоя книга меня подтолкнула. И, Оля, вот честно тебе скажу, почему я писала 7 лет? Я понимала, что Бог допустил каждую ситуацию в моей жизни, чтобы меня сделать сильнее, чему-то научить. И вот как сосед мой говорил: если ты пишешь книгу правды, ты не имеешь права ничего спрятать. Кое-какие места мне в книге не хотелось писать. Я до конца не хотела писать. Я уже и так сглаживала. Папа, мама говорят: да не пиши, не надо. А сосед говорит: тогда книгу не выпускай, зачем ты ее пишешь? Если ты хочешь помочь людям, ты должна написать правду. И самое тяжелое мне было в моей книге – это писать правду, с чем я столкнулась в церкви. И в настоящее время я очень люблю людей. Я уважаю каждого пастыря. Я простила всем, у кого, с кем у меня было какое недопонимание. Но я понимала, что если я умолчу, я не помогу именно тем людям, кто разбился в Боге, кто в обиде на пастора, кто перестал ходить в церковь. И я понимала, если я напишу правду, то это будет плохим пятном на пасторов, это будет плохим пятном на церковь и на Бога. И, Оль, вот в этом я 7 лет с собой боролась. И в этом очень много бесед со мной провел мой сосед, верующий человек, человек глубокой мудрости. И именно я писала, как то, что я ожидала от пастора, я не получила. Я еще взамен получила осуждение, что у тебя больной ребенок, и ты кричишь к Богу: Боже, исцели, а тебе еще говорит, что ты натворила, разбирайся, где ты нагрешила, Бог верующим людям не дает больных детей, значит, вот Бог вас наказывает. В этом шоке, как бы мне было нелегко это все услышать, переварить, как-то простить, разобраться, вернуться в церковь, посмотреть людям этим в глаза. Были даже вот пророчества ложные, знаешь, и в тот момент, когда мне было пророчество, что Бог исцелит твоего ребенка в утробе матери, а я его рождаю, у него на волоске жизнь, у меня на волоске жизнь, и кардиограмма показывает все страшные проблемы, я была на волоске, чтобы не отречься от Бога, от такого, который мне не помогает, раз и не всегда. Оль, ну вы же легко было написать эту книгу? Нет. Но я поборола себя, я написала это красиво, коротко, ясно, но самое главное, то, что я написала, я понимала, что я буду отвечать за каждое слово, что я написала, и я услышу об этом. А была церковь, которая ради этого не пустили меня свидетельствовать там, и я к этому готова. Мое сердце больше открыто служить людям, которые, как Иисус Христос сказал, я пришел к погибшим овцам Израиля. И сейчас, сегодня больше наше служение именно людям, которые упали, у которых душевная рана, которые простить не могут. То последнее свидетельство я слышала, как вот именно моя вот эта история, что я поделилась, что я прошла, как я смогла простить, как я не отреклась от Бога, как я взамен еще больше к Богу прилепилась, как моя жизнь поменялась, и как я нашла вот эту радость жизни, помогла вот этому человеку простить пастора и вернуться в церковь. Вау, Оль, ты вообще представляешь? Это вообще, это просто чудо. Это, представь, если бы ты никогда это не написала. И главное то, что ты написала не с обидой, и просто вот так со мной поступили, но ты написала процесс, наверное, как ты с этим разбиралась и как ты отпустила этого человека и не имела на него ни прощения, прежде чем написать за него. Да. Второй отзыв я слышала, как моя книга помогла остановить процесс развода брака. Я об этом уже немножко рассказывала. Слышу отзывы, как просто люди вот так берут мою книгу, вот открывают, посмотрят на обложку сзади, спереди, на все фотографии, что мы прошли, и говорит, просто вот рыдание вырываются из души.
Как ты думаешь, что это происходит? Это открывается сердце. Это, наверное, и готовится почва к исцелению. Это свои раны, которые вспоминаются. И ты понимаешь, что да, я это прошёл. Но it's okay, я могу отпустить. Я должен двигаться дальше. Мои мечты не сбылись, мои ожидания не сбылись. Но я... It's okay, я могу двигаться дальше, знаешь. Отзывы я слышу, и честно скажу, отзывы эти меня вдохновляют. Это показывает то, что я сделала все правильно. Так что я очень благодарна, дорогие друзья, всем, кто делится отзывы личным месседжем или на Фейсбуке, или на Амазоне, потому что это просто как-то вдохновляет меня и двигает дальше, двигаться вперед. Оль, я думаю, у нас остается немного времени. Давай мы уже немножко рассказали о себе, да? Давай поделимся твоим опытом, вот именно... как человек может все-таки открыть себя, вот открыть в себе этот потенциал? Мы уже немножко разобрались в исцелении, вот именно, знаешь, как тебе сказать, в открытии своих ран, и то, что важно найти ответы на твои вопросы, важно как-то разобраться в себе, столкнуться, прийти к себе, вот просто прийти к себе. И когда я уже прихожу к себе, что мы можем дальше, чтобы открыть себя? Вот просто уже мы как бы открываем себя, но начать делать что-то новое в жизни, вот что-то вот такое прекрасное. Как вот начать жить так, как тебе нравится? Вот дай мне тебе спросить вопрос. Ты могла бы быть вот спикером и писателем до этой ситуации, что случилось с твоим сыном? Как ты себя видела вообще, как писательница и спикером? Писательницей я никогда себя не видела. Ага. Даже и не представляла, и не было мысли, то, что я это сделаю. Но у меня есть качество писателя, потому что я живу с ручкой, с бумагой. Я не могу ничего говорить, делать без бумаги, с ручкой. Поэтому я и считаю, что у меня получилось написать книгу. А спикером, Оль, я тебе говорю, я раньше просто, я была такая трусиха, я... перед публикой очень боялась не только говорить, даже стоять. У меня и микрофон трусился, и руки трусились. Но, знаешь, легко говорить, когда у тебя уже есть какой-то жизненный опыт. Когда у тебя есть вот что рассказать. Меня как-то попросили сделать спич на какую-то тему. Я всю ночь готовилась, 3 дня там читала, ночь не спала, давление поднялось, голова заболела. Я там еле-еле эту тему сказала. Ну, неинтересно так. Легче говорить из пережитого. И поэтому, я считаю, мне сейчас легко говорить. Хоть, конечно, переживаю, нервничаю, руки трусятся. Легко говорить. Пережитое, просто делиться опытом. Я думаю, все книги, что написаны, даже вот, что мы читаем, даже бизнесовые книги, люди в основном пишут из своего опыта. Ну, а потому что если только романы пишут, то это, конечно, там для другой причины, да? Но у них есть дар писать, но они решают вложить свою энергию именно писать там романы там, или комедию делать, или что. Оль, давай, может, в этот момент пригласим людей, что мы открываем нашу телефонную линию, вы можете нам позвонить, и пока мы будем с тобой рассуждать на следующую часть, хочу сказать, дорогие друзья, сегодня у меня есть книга вам в подарок. Если кто-то еще не прочитал, я готова ее вам подарить, готова даже подарить 3 книги. Людям, кто позвонит именно с вопросами по нашей, по книге. Просто, например, где ее можно купить, что там, о чем и как. Вот просто, если вы позвоните и зададите хороший вопрос о книге, я вам ее вышлю в подарок. Также, если вы уже книгу прочитали и готовы поделиться вашим отзывом, я вам вышлю gift card в подарок. Так что, дорогие друзья, мы открываем нашу телефонную линию, будем следить за телефоном, будем ждать ваших звоночков и будем продолжать нашу тему. Номер прямого эфира 503-238-9000. 503-238-9000. И сейчас, Оль, твое время. Давай поговорим о потенциале. Как жить на все 100, несмотря ни на что? Я хочу, прежде чем начну, вдохновить каждого человека, кто слушает, особенно люди, которые в наших, может, церквях находятся, где, ну, многие женщины не знают английский, многие мамы имеют много детей, они в основном дома проводят свою жизнь. Я встречаюсь как переводчик с людьми, которые проходят большие
эмоциональные проблемы, потерю детей, болезни. И у них, они не знают, как справляться с болью, у них нет доступа к материалам, таким как ее Олина книга, или продолжительного времени с пастором или с служителем. Поэтому, если вы даже приобретете эту книгу для души, которая прошла трагедию, вот даже совсем недавно девочку Евелину похоронили, и я ее лично знала, она пришла на мой мотивационный ивент один раз. И у меня есть фотография, где я с ней сижу, и она плакала, она изливала мне свое сердце. Она дочь, там вроде 10 детей, самая старшая, и она проходила тяжелое время, эмоциональное в своей жизни все время. И поэтому я думаю, таким людям, как, может, знали Велину или ее семью, вот даже эта книга очень поможет, потому что исцеление ран проходит не быстро, берет время. Да, и да. И если кто-то, друзья, стесняется, скажу вам, личный мой номер телефона 360-521-9240. Можете лично написать или позвонить 360-521-9240. Оль, расскажи немножко твоего опыта. Мы уже раньше встречались, и ты рассказывала, как ты открыла себя, как ты смогла пройти страшную депрессию в жизни, как ты с этим столкнулась, поняла, что происходит, и поменяла свою жизнь. В общем, это было года 3-4 назад, да? Да, 4 года назад я начала искать смысл своей жизни, кто я, для чего я живу. Но я сейчас смотрю, и я понимаю больше даже, Оля, что причиной моей депрессии, которую, может, люди в церкви не видели, потому что видишь одного человека, может, в церкви или в публике, а ты не знаешь, что человек проходит внутри. Какие битвы ума или эмоций он переносит. И поэтому я думаю, большой части моей неудовлетворенности жизни внутренней было. Да, были обстоятельства и ситуации, но большей частью было, что пришло время, когда моя душа так ныла, чтобы познать вообще смысл своей жизни, для чего я сюда пришла в это тело, для чего я лично живу, не просто мать, жена или сестра, или имея какую-то работу, но я верю теперь всем своим сердцем, что у каждого человека есть личное призвание в жизни, и оно часто не ограничивается 4 стенами какого-то здания, а часто оно личное, оно особенное именно данное вам, и поэтому когда вы уже все пересмотрели в своей жизни, уже, может, простили, может, уже делали какие-то роли в своей организации, в церкви, и все равно нет удовлетворения, твоя душа ищет твое внимание, у тебя есть призвание. И для того, чтобы найти, для чего я здесь живу, кто я есть, тебе нужно раскрыть, узнать свою ценность, какие у тебя есть дары, с чем ты пришел на эту жизнь. В эту жизнь. И у каждого человека есть что-то. Не говори мне, что у тебя ничего нет. Потому что я говорила с людьми разных наций, разных деноминаций. Когда говорят, я ничего не знаю, у меня нет никаких талантов, я не знаю, для чего я живу. Когда ты начинаешь копаться, что-то у каждого человека есть. И это моя страсть сейчас в жизни. Где бы я ни была, или делала свои мотивационные ивенты, или я на улице встречаю людей. Для чего ты живешь? Какая у тебя ценность? И если они не знают, я с большой радостью помогаю открыть им. Вот это, копнуть это золото, как Джойс Майер говорит, откопать его. Потому что когда-то был момент в моей жизни, когда кто-то откопал его во мне и указал, что у меня что-то есть, когда я не знала, что у меня вообще что-то есть. Видишь, Оль, как важно в таких моментах оказаться рядом с человеком, который может тебя услышать, который может тебе помочь открыть себя. Вот даже и сейчас, можно сказать, мы с тобой уже, можно сказать, не младенцы, да, и, можно сказать, уже сильные люди в своем призвании, как бы понимаем, что мы делаем, нам, может быть, не надо столько похвалы или вдохновения, да, но как иногда часто опускаются руки, и как хочется просто услышать, вот, ты молодец, давай, не опускай руки, и я скажу, что у меня есть люди, к кому я могу обратиться, и кто меня услышит и скажет,
так, это тебе враг-то шепчет, ой, нет-нет, вот ты вот, дочь царя, вот ты запомни, ты вот это. А иногда обратишься к людям, они смотрят на тебя вот так квадратными глазами, думают, о чем ты говоришь? И я думаю, очень важно чувствовать сердцем, к кому я могу обратиться. И, дорогие друзья, и сегодня Оля Кузьменко, она один из этих людей, у которых просто вот именно... Вот у меня больше направлена моя душа на исцеление души. Вот недавно мы молились за женщину, которая болеет раком, все там молятся, кто как. Mm-hmm. А я стою и два слова повторяю, три даже. Господи, исцели ее душу, это правильно. Исцели ее душу, это исцели ее душу. Mm-hmm. Я понимала, mm-hmm. что вот здесь mm-hmm. все вот mm-hmm. именно она должна сама в себе это принять, mm-hmm. как-то вот разобраться, да, потому что Бог через болезнь, через проблемы работает mm-hmm. с нашей душой. Mm-hmm. У тебя вот как-то другое направление, зайти, заглянуть в эту же душу, да, помочь найти корень, что происходит, почему ты закрылся, потому что почему ты зашел в депрессию, почему ты сегодня вот именно этот, а не этот, ты мог бы быть президентом, а ты полы моешь, правильно? Да, да. Ты да, представляешь? Да. Смотри, Оля, у каждого человека есть потенциал, у каждого человека есть дар, вот возьмите даже вот трубу, играют на трубе, да? Хорн, как его по-русски, ну вот трубу. Труба, ну, так. Шафар? Ну шафар, ага. Любую трубу играют в оркестре. Если ты ее поставишь на полочку и будешь просто на нее смотреть, она красивая, она блестит, или ты начнешь через нее лить воду, или пузыри через нее пускать. Да, это труба, у нее есть ценность, она сделала другого металла, но ты можешь использовать ее для неправильного намерения. И поэтому вы можете иметь дар. Например, вы знаете, у вас есть дар петь, или печь, или готовить, или писать стихи, или рисовать картины. И вдруг вас ставят с вашим даром убирать полы, умыть полы где-то. Или где-то петь, когда у вас дар есть. Кушать, готовить, понимаете? Это будет дар, использованный не для призначения. Вы не будете рады. То же самое с направлением работы. Некоторые люди работают на работах, которые против их морали и натуральных способностей. И они приходят, злятся. Ой, да. Я не хочу на работу. Но найди работу, которая тебе нравится. Очень важно быть довольным тем, что у тебя есть, и ты сам делаешь выбор. Если ты не любишь сидеть и говорить на радио, ну не иди туда на работу. Пойди там, где тебя тихонько не будут трогать. Ну вот как-то ты должен знать себя. И, во-первых, ты должен открыть себя. И ты должен быть смелым. И самое главное, ценить каждую секунду жизни и радоваться. И вот именно возле такого человека, мне кажется, каждому хочется быть. Очень важно заметить то, Оля, что, например, есть многие люди, не знают, что у них какая-то есть способность есть, потому что они выращены, может, в культуре или в таких ситуациях, где их талант не был признан или был просто, как сказать, suppressed по-английски. Угу. И я сколько людей подавлен. Встречаю, подавлен, да, что они только уже когда взрослыми становятся и уже выходят с дома, с которого они выросли, или дети уже с дома разъезжаются, тогда жена или женщина начинает, а что же я могу делать? Угу. Или она начинает, или ты идешь в другие места, где люди другие собираются, и когда ты выходишь из нормального, обычного в что-то новое, ты начинаешь узнавать то, что ты не знала, что у тебя есть. Или ты знала, что оно есть, но там есть люди, которые, они, как ты говоришь, поднимут тебя и подчеркнут, у тебя есть дар. Например, я всю жизнь была очень тихая и стеснительная, и это идет низкая самооценка союза, откуда я иду, и жизнь, тяжелая ситуация, выращена без отца, был пьяница, одна мать растила нас, и я, как верующая по жизни в школе, надо мной смеялись, я была одна из всех в деревне, кто была верующая, и я потихоньку закрылась сама в себе и стала очень тихой, и только... более-менее здесь в Америке, в церкви я начала что делать, с детьми заниматься, но вне церкви я была тем же тихим человеком, который боялся смотреть людям в глаза и не хотел, чтобы мне в душу кто-то копался. Но когда ты пришел к тому моменту, что ты ищешь, для чего я живу и кто я здесь есть, ты начинаешь брать ступени вперед, ты начинаешь искать, ты начинаешь слышать что-то, ты начинаешь идти в те места, где ты боялась идти. И когда я пошла встречаться, где американцы встречаются, где бизнес-пипл встречаются, где учат, как говорить,
только тогда я узнала, что у меня есть какая-то способность. И мне, знаешь, нет никакой гордости, потому что я в шоке, я плакала. В меня кто-то верит, что-то во мне увидели, когда я в жизни в себе ничего не видела. И следующий вопрос был, что я могу с этим делать? И когда ты начинаешь искать, для чего я живу, что я могу делать с тем даром, который у меня есть... Ты начинаешь просто жить обогащенной жизнью, потому что ты каждый день встаешь, что я могу сделать с тем, что Бог мне уже дал. Ну, видишь, Оль, твой опыт, твоя пережитая боль, какая-то депрессия, моя боль, да, вот оно нам помогло не просто открыться, но использовать этот опыт, чтобы помочь кому-то другому, правильно? Потому что если ты это на себе не пережил, не перечувствовал, ты никогда не поймешь другого. Нет. Правильно? Ты поняла, что такое душа, как сильно она может болеть, как можно быть одиноким, когда ты окружен людьми, которые, кажется, тебя любят, как можно быть просто вот забитым, где-то там в уголке никому не нужным, а на лице носить улыбку. И когда мы это переживем, мы начинаем понимать другого человека. И еще самое главное – это быть готовым кого-то выслушать и кому-то помочь. И я никогда не перестану вспоминать этого человека, Иван Игнашов, который недавно умер. Я не знаю его истории, я не знаю его жизни, но мне посоветовали ему позвонить, когда мне было страшно тяжело. И он всегда меня выслушивал. Он был другой, он был радостным. Я у него даже спрашиваю про пересадку сердца ребенку, а он говорит, а что тебе терять? Дай ему все шансы. Ты представляешь, когда другие сидят на разборе слова и рассуждают, переливание крови грех это или не грех, знаешь? И в конце уже, перед самой смертью, я просто вот недавно, вот только перед смертью я с ним познакомилась лично. Я его никогда не видела, просто по телефону он мне помогал. И знаешь, что он мне сказал? Он мне секрет открыл. Я думаю всегда, как он на работе? Я позвоню, он мне сможет полчаса, час со мной разговаривать. А он говорит, я всегда молился, Господи, пошли мне плачущего, пошли мне того, кому трудно сейчас, пошли мне человека, я готов ему помогать. И вот это был секрет, он хотел таким людям помогать, он ждал этих звонков, и он с радостью выслушивал, вдохновлял, молился за тебя. И я говорю, когда вот ты уже что-то прошел в жизни, и ты готов открыть себя, ты готов делиться опытом, ты готов кого-то поддержать, кому-то помочь. Очень важно это хотеть. Да, и не всем это дано, не всем дано помогать. Не все могут говорить, понимаете, все должны найти свою, как свой потенциал, даже как использовать свой дар. Не быть Иваном Игнашовым, а может, у них есть другой дар. Ну, писать всех... блоги, например. Да, и не у всех есть время для этого. Да. Вот я знаю, Майя Осипов, она с нами тоже трудится, она горит желанием просто консультировать женщин. И у нее это очень получается, и люди пишут, звонят. А я вот прямо и говорю, а у меня нету времени для этого, я не могу, хоть я и люблю людей, я каунселором работала, у меня есть это умение, но у меня нету времени. И поэтому, как я помогаю сегодня людям, я много отдаю, но я, можно сказать, мало что принимаю, я даже мало отзывов слышу, я просто отдаю, я отпускаю, я знаю, что я это вкладываю в мое будущее, когда-то оно вернется. И поэтому я быстренько напомню, что ради этой цели, дорогие друзья, чтобы помочь кому-то именно достичь этого душевного исцеления, я открыла сайт olgaonishchenko.com, где участвуют не только я, но многие люди, многие гости, которые приходят на мою радиопередачу «Открытую сердцу», открывают свои сердца, делятся пережитым, делятся пережитыми уроками. Мы эти все видео оставляем на нашем сайте, и там даже есть номера телефонов этих людей, которые готовы вас выслушать и лично с вами поговорить. Также у меня есть два YouTube-канала. Оль, ты знала, что у меня есть
два. По-русски, по-английски или как? По-русски и по-английски. По-русски и по-английски, потому что дети наши американцы, можно сказать. Да. И поэтому я сейчас работаю на два фронта. Не зря у меня книга на русском и английском языке. YouTube-канал просто по названием Ольга Онищенко. Также у меня есть публичная страница, и на этой неделе, конкретно только на этой неделе, я открыла специально публичную страницу на английском языке, потому что, ну, тяжело вести страницу на русском и на английском. Mm-hmm. И у меня теперь Ольга Онищенко, Facebook, страница публичная на русском языке и на английском, где я именно ставлю все наши видео с женских конференций, наши пережитые опыты. И просто вот именно так я помогаю людям, а самое главное — это моя книга. Вот именно это мой продукт, который я отпускаю по водам. Оль, расскажи, что у тебя есть? Как ты помогаешь людям? Занимаешься ли ты личными консультациями, или ты тоже больше действуешь, как я? Я думаю, ты чуть по-другому. Я, ну, у меня уже 6 детей, хотя я уже в основном многие взрослые, но... У меня другая работа есть, найти семья, то тоже ты не можешь себя разрывать, чтобы с каждым проводить время. Но в некоторых ситуациях, если я вижу человек, он хочет изменить свою жизнь, найти какую-то цель, и не просто чтобы выслушать его боль и поплакать с ним, но окей, какие конкретные ступени ты хочешь взять, то встречаюсь иногда с людьми. И люди просто вдохновляются и идут вперед. Но как я служу, это просто когда я делаю мотивационные events, как по-русски не сказать, вот эти мероприятия. Мероприятия, да. Я специально делаю их на темы такие, которые относительные сейчас к нашей жизни. Например, тема «Найти смысл жизни» или «Как ты прошел депрессию», «Как ты можешь служить». Недавно у меня было мероприятие «Разведенные мужчины». Как пережить развод и выйти на вышину, и как жить жизнь со смыслом, как исцелиться. И сейчас у нас намечается женская мотивационная мероприятие со всеми, с Ольгой Череватенко. Да, ты что? Ирина Росс, Светлана, еврей, да? Да, в общем, русские тренера, на английском будет у нас мероприятие в начале января, потому что я еще не делала на тему... веса по-английски, и оно будет называться «Больше нет не ждать», но по-английски будет написано «Больше нет веса». Типа будем говорить за конкретные причины, почему люди набирают вес, и именно эмоциональные корни набирания веса, часто всего это на эмоциональные корни, и каждая женщина не просто будет говорить, что они сейчас делают, помогают людям, но они будут рассказывать свою историю трансформации, что привело их к набиранию веса, какие боли они прошли, эмоциональные да, как они, и у каждой есть конкретная история, разный вид, как они вышли с нее, поэтому мне нравится собирать разных людей с разными историями, но цель одна — помочь людям, которые, может, страдают весом или больные сейчас чем-то, и, может, их история вдохновит и даст какие-то конкретные ступени, как выйти на путь исцеления. И ты больше это делаешь на английском языке, правильно, Оль? Я в основном делаю, да, на английском это языке. Это будет на английском? Да, на английском языке. Это молодец. На русском мы говорим, мы обычно с вами, когда я с вами вместе ездим куда, но у меня более как призвание даже к американцам, я поняла, в последнее время американцы более открытые. Ксения Конотоп. Очень классные женские конференции организует, называется «Женское сердце» на русском языке, и мы туда всегда приглашаем и верующих, и неверующих, но особенно делаем, ну вот именно какое-то, обращаем внимание на душу женскую, и у нас намечается, кажется, следующее 22 декабря, о чем мы больше будем объявлять позже. А ты, Оля, делаешь больше на английском языке, и я тебе хочу похвастаться, что ты меня пригласила, я первый раз, дорогие друзья, говорила мое свидетельство на английском языке, это достижение, это было нелегко, но это достижение, хоть у меня английский не на 100%, но я делаю все, что я могу. И, Оль, ты молодец, ты помогаешь многим, и молодым, и пожилым открыться, просто вот переступить себя. И даже на твоих ивентах некоторые, многие люди делают свою речь, говорят впервые.
Это огромный шаг. Это тебе большое спасибо. В основном у меня все люди говорят первый раз. В основном. Это я люди с улиц, люди, которые я просто встречаюсь в магазине, когда мы соединяемся, понимаем друг друга, говорю, ты хочешь поделиться своей историей трансформации? И людям это дает, как сказать, смело. Ну, как говорить, я так хочу, я никогда. И я помогаю им их историю перевести так, что как они вышли и что они сейчас делают. Главное не просто рассказать, что ты прошел, а что ты сейчас делаешь. Как эта история, как эта боль дала тебе какие-то уроки, какую-то мудрость, и что ты сейчас делаешь в жизни. Я считаю, что каждый человек — это герой. Каждый человек принес что-то в эту жизнь, прошел что-то. И когда ты что-то прошел, это важно поделиться с другими людьми и вдохновить их. У каждого есть этот дар помочь человеку открыться вот именно публично. Не просто самому себе, а публично. Я бы не могла это делать, если бы мне не помогли открыться публично. Понимаешь, это все идет с личного. Это очень важно. Это просто оживляет человека. А люди, которые приходят слушать на такие мероприятия, они чувствуют себя дома, они не чувствуют никакого осуждения. И они говорят, потому что этот человек говорит, как он занимался порнографией и вышел с этого, потому что этот человек говорит, как он пытался самоубийством свою жизнь покончить, потому что этот человек говорит, я прошел через развод, я чувствую себя, что я как меня могут тоже понять и не осудить, и я могу научиться от него. Да, и у тебя, Оля, я, насколько понимаю, не только верующие люди, религиозные, у тебя все, и именно у меня сейчас такое на сердце, мне хочется больше служить даже тем, кто Бога не знает, как-то показать им Бога, потому что это цель нашей жизни, когда ты знаешь Бога, когда тебе все хорошо, да тебе уже больше ничего не надо. Оль, где тебя можно найти? У тебя тоже есть публичная страничка Facebook, да? Extraordinary and Purpose. Extraordinary and Purpose, Motivational Speaking with Olga, или если хотят email мне послать, olgakuz.4@gmail.com. Да, и у тебя есть YouTube-канал тоже. YouTube-канал есть тоже, Extraordinary Purpose. YouTube-канал, где даже многие из наших русских людей, ну, по-английски говорят свои свидетельства о трансформации и находят цель в жизни. Да, и на моей страничке на веб-сайт olganishenko.com там есть прямо целая страничка отведена Оле Кузьменко. Она у нас участвует немало и в женских конференциях, и в радиопередачах, и тоже готова поделиться своей информацией и кого-то поддержать, кому-то помочь. Дорогие друзья, мы так рады, что вы провели с нами этих 2 часа, сегодня даже 1.5 часа. Я смотрю через Facebook, очень много людей нас слушает, и это меня очень сильно радует. Я благодарна, что вы с нами, и это показывает нам, что тема была интересна, горячая и, скорее всего, полезная. И если вы считаете, что эта тема была полезная, мы просим тех, кто на Facebook, просто нажмите кнопочку Share и поделитесь, чтобы кто-то еще мог ее прослушать. А еще лучше будет, если вы напишете личный комментарий: «Я прослушал, мне понравилось». Люди боятся не только открываться публично, а даже текст-месседж написать или на Фейсбуке свое личное мнение написать, потому что кто-то их осудит, их неправильно поймут. Дорогие друзья, живите ради себя, когда вы будете всем довольны, тогда вы будете самый хороший, прекрасный человек в мире, и вас все будут любить, и вы ни с кем не будете проблем, когда вы не будете иметь лично с самим собой. Мы благодарны Slavic Family Media Center Radio за вот эту возможность вещать здесь. Благословений вам и благодарны нашему спонсору Pacific Chiropractic and Wellness Clinic, который помогает людям после аварии, после рабочих травм. Телефон для appointment'ов 503-760-0778. И если вы придете в эту клинику и еще скажете, что нас направила авторская программа «Открытое сердце» Ольги Нищенко, то это будет очень прекрасно, дорогие друзья, и мы вам очень признательны. А сейчас мы прощаемся, мы включим рекламу о моей книге «Пазл Илюши». Кто еще не прочитал, я вас просто приглашаю, вы можете купить ее на моем сайте и amazon.com. Не забудьте оставить ваши отзывы и говорите о ней других. И вам прекрасного дня сегодня. До свидания. Вышла в свет новая книга под названием «Пазл Илюши». Эта книга – история обычной семьи, столкнувшейся с необычными обстоятельствами. Автор книги – Ольга Онищенко.
Порой в жизни, столкнувшись с трудностями и горем, людям нелегко понять друг друга и, пройдя тяжелые жизненные ситуации, получить душевное исцеление. История, описанная в этой книге, не оставит равнодушным никого. Книгу «Пазл Илюши» можно приобрести на amazon.com, в книжном магазине «Персида» в Портленде, в русских магазинах «Гастроном» и «Премьер» в Ванкувере, а также по телефону 360-521-92-40. Книга также издана на английском языке. «The Puzzle of Elijah».